Планета Дальний Ден. Много времени спустя, эпидемия смерчи на Земле. Дальний Ден. Не таким он должен был стать. Давай, Мак, смотри, вон там. Но если кто и может все исправить, Джоу, так это ты. Ладно, будем искать источник энергии. Сейчас, подожди, субтитры ремовну. Сейчас найти, подожди, надо. Нет звука. Иди сюда. Опа. Смерть. Смерть. Это во-первых. Тут надо тоже что-то под это... Текстуры. Точно суки-суки надо выбрать. Убрать. Сглаживание, не знаю. FXAA лучше с вами. Сглаживание. Нет, DLSS, конечно, лучше. Но здесь нет. Да, так нормально. В принципе. Ладно. Утверждение, хорошо. Сейчас перезапущу без проблем. Как скажешь. Хорошо, как скажешь. Так, ну, апокалипсис, как обычно. Ну, если игра начинается с плохого, значит... Значит, к концу будет все хорошо. Это же правильно я думаю или нет? Скорее всего, нет. Так, стоять нахуй. Щам. Секундочку. Одну секундочку. Надо по новой. Рыбло. Новая, наверное, игра. Да. Это не было. Планета Дальний Эден. Много времени спустя эпидемии смерчи на Земле. А, планету покинули. Это совсем другая будет планета? Ну да, вон кольца, смотри. Не кольца ли это Сатурна? Похоже. Дальний Эден. Не таким он должен был стать. Давай, Мак, смотри, вон там. Но если кто и может все исправить, Джоу, так это ты. Ладно, будем искать источник энергии. Только так и можно снова завести вездеход. Мак, ты взял след? Вау. Подожди, тогда в смысле? Пойдем по нему. А че ж так ее плющит-то? Зеленым цветом, как это GeForce, это
экспириенс вылазит. Чё так мыльно-то? Это типа раз... так размытие работает? Так размытие работает, правда? Размытие движения камеры. Диск выпал. Восстановление. Чё ж я так плющит-то? А чё плющит-то так? Подожди. Давай диск. Я правда не знаю, что именно дает то или другое. DirectX лучше всех. DirectX лучше всех. Да. DirectX лучше всех. 11. 12 тоже хорошо, но здесь его нет. Двойной прыжок есть. Ага, экзокаркас работает хорошо. Ускорители заряжаются, как и должны. Красота. Вот. Проход на вершине утеса. Туда мы и зайдем. Что это такое? Уже сразу стрелять? Ладно. Зачем вы на нас нападаете? В самом деле. Блин, я там закрываю этих чувачков. Ну ладно. Это старые каркасы. Боты-падальщики разобрали их дочисто. Я надеюсь, меня сейчас ведут же. Директор, да. Профессор сам. Директор. Мне сразу профессор Ксавьер вспомнился. Там... Он был директором школы, и как раз из школы X. Я с ним падаю. Не самое интересное, конечно же, зрелище было. Что есть. Ну это, в принципе, и не шутка. Я надеюсь, меня все-таки ведут. Я пока бегаю, стреляю. Ну, я знаю только одно. Веди, маг. Скорее всего. Мы опять проебали землю. Я иду. Большинство, глядя на изображение дальнего Эдема, видели только камни и песок. Но некоторые... видели будущий рай. О, осторожнее. Тут падать долго. В смысле долго? Проверим. Мне вот самому интересно, а почему весь... Ну, типа весь монитор смазывается, когда эта камера вращает. Даже персонаж. Двери явно не хватает энергобота. Малыш должен быть где-то рядом. Хотя, может быть, это так и надо. Может, он стенку бьет. Вот ты где. Давай вернем тебя в гнездо. Дружочек, давай. Залезай. А зачем я по этим чувачкам стрелял, мне интересно. Так, по приколу. Идем. Мак, тихо. Ты это слышал? Мак, возвращайся! Что за побуд? Мак! Что за букашка? Офигеть. А, его украли! Я отвлекся на вот этого. А мне как? Мне, наверное, тоже так же, да?
А меня заберите, пожалуйста. Меня будут забирать, нет? Ага. Подцепите, пожалуйста. Эх, кто-нибудь. Ладно, я сам пройду. А, здесь выход был. Защитный барьер? Что здесь происходит? Пропустил. О, да. Серьезно, надо прям все развалить. Обалдеть. Ну все. Вы ничто. Окей. Почти маг железный человек. За этой дверью. Почти, почти железный человек. Если во время излечения трос становится красным, ослабьте усилия. Иначе трос лопнет. Попробую еще раз. Здорово, Влад. А как ты... это тяжело. Чуть-чуть передержишь, а он лопается. Надо резко. Мне не сказали, что надо было резко. Я помогу, дружок. Старайся быть осторожнее. Здесь у нас друзей немного. Давай рассказывай, дружочек, как ты дела. Нас будили целое логово. Куда-то, кстати, звук пропадает, когда фраза начинается. Кто крадет звуковые дорожки? Чё извлечь? Подожди. Иди сюда. Слишком крепко, не извлечь. Нужно целиться, понял, да? Опусти. Опа. Красное ядро какое-то получаю. Иди сюда. Отдавай. Мак, лежать. Не знала, что он так умеет. Серьезно? Это, вроде бы это команда рывок, а не лежать. Да, далеко не лежать. Команда на смертельной атаке. Джул может приказывать спутникам использовать мощные смертельные атаки. Бегом туда! Давай туда, Мак. Это какие-то хорошие, это крепкие, да, роботы? Крепче, чем предыдущие. Иди сюда. Это-то рано еще. А вот это самое тепло. Не надо, не строшь меня. Я там ядро ворую. Ты какой наглый, а? Подожди. Я думал, типа, закончились. Типа, такая слоу-мо заставка классная была. Мак, сюда, здесь. Нужно больше урона.
Так, с красным разобрался. Дядик Мак! Отдавай. Ты видел каркасы, Мак? Они же все ржавые. Давненько здесь, значит, сидел. Мне тоже не нравится, но надо идти дальше. И тут пропал энергобот. Что же их всех так напугало, что они сбежали? Пауки. Давай, ты найдешь! Мне кажется, он где-то поблизости. Чуешь запах, Мак? Под песком. Пошли. Идем, Мак. Посмотри, что там есть. Вау. Мак, копай. Где-нибудь здесь? Давай искать. Сюда, Мак! Сюда, приятель! Куда-нибудь? Сюда, ко мне! Копай, не подлез! Идем, Мак! Чуешь запах, Мак? Я типа не понял. Типа я зажимаю. Он нашел, допустим. Не бойся. Мы тебя не обидим. А, вот так вот. Он сам. Я думал, ему надо конкретно показывать какое-то место. Блох механический. Да, я тоже выкидываю. Слышу. Наверное, источник энергии рядом. Вот он так почесался, как будто блохи у него. Ядроботы гораздо умнее ядробайков. Но и тех, и других создавали как верных защитников людей. Источник энергии выдает очень странные показания. Может, он как-то влияет на других? Я тебя их разделил. Это очень плохо. Думаю, мой экстрактор и с этой дверью справится. Отлично. Все, я понял, как работает эта штука. Блин, слушай, прикольная игра. Пока первое впечатление прям прошу. Интересный наркотик. Мощный выстрел. Наносит дополнительный урон врагам укрытыми щитами. С помощью этого выстрела также можно прерывать те или иные действия противника. Экспериментируйте смелее. Значит, они будут реагировать на это. Ну, это хорошо. На урон реакция отлично. Некоторые игроки забивают на это. Так, устанет немного. Свое ядро. Я не знаю, конечно, зачем я собираю ядра, но это прикольно. Вверху, смотри!
Источник энергии. Это какое-то ядро. Если подберемся, смогу захватить его экстрактором. Ну же. Аккуратно. Ай! Черт! Оно живое. Железный клык. Видно, по-простому не получится. Нет. Надо достать ядро. Давай, Макс! Рывок, Макс! Офигеть, серьезно? А я больно? Надо подпрыгивать. Дядик, Мак. А! Офигеть. Бегом. Ай-яй, что это так с ней? Что? Залагала немножко. Глуши! Как сопротивление, в смысле? Он лечит сам себя. Мы его победим, только если вытащим ядро. Сейчас, я еще не преодолел уязвимость. Отдавай сюда. Опа. Офигеть. Этот источник энергии мы искали. Впервые вижу такое ядро. А ты, маг? Тут собраны все цвета сразу. Иди сюда, мальчик. Давай посмотрю. Вроде ничего страшного. Но здесь я это не починю. До вездехода доковыляешь? Ладно, ладно. Идем домой. Все, Мак, мы нашли то, что искали. Давай возвращаться к вездеходу. Здесь можно? Можно. Видно, ядро было связано с местной системой защиты. Осмотр карт. Вау. Карты, естественно. Переходы в несколько. Вау. Центр башни Эдема. Вау. Вау. Команда. Маг. Третьего уровня. Предмет. А, это мои ядра, кстати, да. Это я вырвался. Синий, красный. Можно выбросить. Можно оставить. Ой, что такое? Да, наш вездеход. Дом. Милый дом. Мне кажется, не хватит. Но объективно кажется, что нет.
снова одичавшие боты. Не подпускай их к вездеходу! Тоже падает. Ничего себе. А с предыдущих, кстати, не падало. Ты куда? Точно тебя выкину. Вот сейчас. Мобильный ремонтный отсек, 8-я модель. Утолщенный корпус, все системы продублированы. Строилось надолго. Но кто же знал, что настолько? Зайдем внутрь и проверим, даст ли ядро энергию. Блин, я не знаю, что-то какие-то прерывы звука происходят. Блин, поймешь. Наверное, в этом проблема, скорее всего. Для того, что эту игру лучше на SSD а играть. А что, если так? Чтобы не было этого. Странно. Как будто энергия вообще не тратилась. Привет, детка. Если услышишь это до того, как уснешь, то сладких снов. Если нет, просыпайся. 200 лет уже прошло. Послушай, мне еще надо закончить здесь кое-какие дела. Но для меня оставили место в следующей партии на эвакуацию. Так что до встречи на Эдеме. Как и договаривались. Не волнуйся, Джо. Все ведь идет точно по плану. Я знаю, Мак. Тут ничего не идет по плану. Ну, посуди сам. Пилон в соседнем секторе отключен. Теперь у нас есть энергия, можем открыть ворота и посмотреть, в чем дело. В отчете сказано, что пилон отключен уже 96 лет? Так почему мы не проснулись, едва начались проблемы? Мы же ближайшая бригада, да? Опять проблемы с 14? Что стряслось, пап? Где ты? И где все остальные? Давай. Ну, за 96 лет, наверное, я много тебя чего починю. Произошло. А потом мы вместе починим пилон. Ну что, пошли в мастерскую, Мак. Верстак. Так, изучить схему. Прес. Это для этого, для Собакина, да? Лапы новые можно сделать. Офигеть, прикольно. Бинго! Так, отлично, хорошо. Надо установить деталь на каркас Мака. Так, а тут где? Передние лапы. А, все вижу. Вот это, да?
Клирскрин. Отлично. Офигеть. Он будет это в расцветке красный с золотым. Как железный человек. Марк 3. Так, у вас появились новые схемы. Соберите нужные материалы и вернитесь к верстаку, чтобы изучить и установить на роботов новые детали. Странствуя по дальнему демо, не забывайте собирать схемы. Новое снаряжение АО. Ну что, Мак, поможешь мне починить этот пилон? Перенос предметов. При каждом входе в вездеход ваши ядра, осколки трофеев практически приносят в запас вездехода. Запас можно проверить в любое время. Удобно. Так, а мне посмотреть, а что тут, что могу сделать? Схем-то больше, кстати, нет. А, подожди, это блок, кластер схем. Я думал, это под нас схема. Опа. Изношенные поршни, надо всякий мусор собирать. Обалдеть. Этого можно полностью красным сделать. Конденсация. Ага, отлично. Усиливайте своих ядроботов, соединяя с помощью конденсации ядра с ядрами, извлеченными из врагов, а также с найденными осколками ядер. Энергия используется для конденсации, бывает трех типов. Красный конденсат усиливает атаку, желтый — защиту, синий — энергию. Отлично. При получении ядроботом нового уровня ему можно добавить энергию конденсата. Улучшайте свои ядра с помощью вражеских ядер, осколков и осколков как можно чаще. Так, а сколько? У меня третий уровень. Внезапно. Допустим. Три очка, правильно? Деньги напишется. 5-5-5. Есть еще какой-то предел максимума. Офигеть, а чё, почему, зачем? Допустим, атака будет. Один. А, вон у меня там эти штучки наверху. Типа ядра. Сейчас 14 красных, 56 синих. Энергия броню была, да, броню была. Атака и энергия. А, я могу вот так вот, да? Без проблем. Ну, пока есть, надо. А, вот ты чё. Допустим. Теперь ноль. Экс. Excellent. Вообще ноль. Все, все спустил. Все, замечательно. Так, можно принять, можно отменить. Принять, конечно. Что, мне их куда копить? Мне их копить-то нету. Запас. Так. Это мусор, который собирается. Отлично. Все, пойдем. Нужно выяснять, что происходит вообще. Но за 96 лет много чего произошло. Должно произойти. Пилон в соседнем секторе, Мак. Пошли. Интересно, а есть какой-нибудь перк? Если есть перки. Когда вытаскиваешь одно ядро, вот получается две вездехода. Придется включить ручной режим, или раз наша железка застряла в песке. А я думал, это трамплин, я думал.
Я думал, это трамплин. Вот и все. Ага. Несложно. Дальний Эдем был ближайшей к нам планетой с атмосферой, как у Земли. Не идеальный вариант, но с явным потенциалом. Быстренько. Вперед! Все равно не вытянут. Желтый мне сюда надо. Желтый. Осторожно, Мак. Мне кажется, здесь ядра работы тоже злые. Разберемся. Пилон вышел из строя. Сейчас. Я знаю, Мак. Надо дойти до пилона, пока буря не началась. Это центр управления пилоном. Ну, или то, что от него осталось. Осталось. Оборота только одни остались. Что такое? Ловушка? Офигеть, вот это у лошади. Это каркас и пес? Я таких ботов еще не видела. Я тоже в первый раз вижу. Оказывается, есть. Давай. Третий уровень. Каркас. Зачем? Может быть, они как-то защитники были? Смотрим. Ага. Пойдет. Я доктор Джулиус Ролдон, главный научный консультант и руководитель проекта «Дальний Эдем». Сегодня 17 апреля 2053 года. Первый день моей первой смены на поверхности планеты. Остальные команды совершили посадку без происшествий и спят в своих вездеходах. По прогнозам, через несколько дней бури прервутся, и я смогу получить сообщение с центра управления мандата. Конечно, из-за расстояния от Земли до Эдема им будет несколько десятков лет. Но хоть какие-то новости. А между тем у меня много работы. Для начала надо узнать, сколько ядер работают сейчас в строю. Человечеству предстоит построить новый мир, и своими силами нам справиться. Внизу что? На там внизу.
червяк. Без проблем. Вообще 100% тогда без проблем. Хорошо. Вертикально прилипаю к стенке. Прекрасно. Экшн. Буря усиливается. Надо укрыться внутри. Скорее! Подожди, рано. Вон там он. Плюшки. По расчетам, после запуска пилонов на стабилизацию окружающей среды нужно было примерно 200 лет. Но отказ хотя бы одного пилона менял все планы. Дверь отключена. Интересно, ее можно запитать от ядра, которое мы нашли? Да, пилон 5.1.2. Сокровище. Содержимое, да? Вот это помещение. Требования 1.1 уровень 3. Хорошо, без проблем. Есть. А, ему весело, собакино. Как его зовут? Пака, Лак, кого? Как зовут его? Команда. Мак. Мак, Лак, Пак. Есть! Заходим! Эчпочма. Заходим! Зашел. Хорошо, что мы укрылись от бури, правда? Так, найдем управление пилоном. Тут красиво, кстати. Еще один телепорт. Как у нас в вездеходе. Давай проверим. Похоже, что-то застряло в буфере памяти. Это кто? Ты кто? Да, конечно, я человек. Меня зовут Джу, а тебя как? Виолет? V10L3T? А, так это ты блокируешь телепорты. Ну зачем? Революция? Допустим. По-моему, у этой Виолет не все винтики на месте. Вайл. Давай его возьмем с собой. Не берется. Первые зонды нашли на поверхности дальнего Эдема залежи редких ископаемых. Мы подозревали, что под землей найдется еще больше. А, очень много да. минеральных образований. Мак, пошли! Тут очень много. Что за минералы, интересно? Алмазов? Как в Майнкрафте. Вернись! Сюда, Мак! Ко мне! Кассики, ему приказывать можно. Интересно, как она управляет этим ядром? Видимо, одного ядра недостаточно. Управление чтобы через перчатку пилон, надо или больше. Через силу мысли? Больше энергии.
таинственных ядер 4 нужно. Подожди, а где мне... Если они таинственные, то где мне их найти? Это же тайна. Смотри. Чё это? Два. Нужно два ядра? А не много ли энергии ты просишь? Воротина. Эти второго уровня ядро. А у меня первого, да? Идем, маг! Вернись! Что такое? Где? Кто? Сюда, маг! Сначала надо ослабить. Да, он ослаблен. Вот. Идем, маг! Идем! Понял, понял, ладно, пошли. Скорей туда! А мне можно так запрыгнуть тоже? А то я никак. Даже двойной прыжок не помогает. Так, тайник с запасами. Улучшение винтовки просто режет. Красный усилитель боеприпасов. Может, теперь с дверью разберемся? Наверное. Да, там тоже красненькие какие-то ядрышки были. Red Box. Так, да я уже сделал. Стрел цели, совпадающие с ней цветом, наносит больше урона. Я так и думал. Отстань! Мощный выстрел. Уже тоже сделал. Еще ядро. Надо только придумать, как открыть гнездо. Раз...
разблокировать его? Это что, порталы? Пластина, видимо, связана с гнездом. Но в ней нет энергокапсул. Энергопод! Я знаю, где тебе место, малыш. За мной! Работаем. На синих-то не работает, да, наверное? Копай все, что увидишь. Копай все. Выкопал что-нибудь? Что такое? Что такое? Кольцевые боты. Они помогут мне попасть на ту сторону. Да. Возможно. Ой. Я думал, это что-то сейчас взорвется. Звонари, проходите через звонари, чтобы установить ускорение, и тогда не вижу. Так, вон один еще бот вижу. Но это один. Мне надо четыре. А вот еще один. Но я, короче, экономит, восстанавливает это все, проходя через этот кружок. Я думал, на самом деле, это ускорение какое-нибудь такое. Либо тебя толкает вперед, либо это телепорт. А это просто сюрприз, обновляет. Сюрприз. Тоже неплохо. Так. Белые задние лапы. Ой, еще один. Ну и ластецкого здесь на платформе. Все, Никита, Гена, Стас, Турбо. Где так? Никита, Гена, Стас, Турбо. Ну и Дюша Метелкин. Один из двух. Теперь надо извлечь ядро. Опачка. Одно есть, еще два. Так и сколько у нее энергии получается? Только в кармане, только в одном. Буквально в кармане столько энергии носит. Thank you.
белый передний. У меня же вроде было. Зачем мне еще один? Наверное, другая модель. Идем, Мак. Отдай. Ты тоже не стесняйся. Рядом еще одно ядро. Что это такое? Сумка. Только бы хорошее. Да, плохого не надо. Отросток. Я сейчас как раз белую модель соберу. Белого цвета. Тупик. Башка осталась. Ядро должно быть где-то здесь. И ноги. Сможешь найти, Мак? Так, во, передние. Так, опять отросток.
задние и башка. Хорош. Но каких-то разных моделей, кстати. Взгляни. Разные модели. Не одинаковые. Так. Чё? Чуешь запах, Мак? Мак, копай. Вот, копай. Здесь копать. Dig here. Кто у нас молодец? Отлично. Серьезно, так и... Вот и второе. Такое ядро просто закопано было. Такое безрассудство. А так оставлять. Но это было просто. Сезам, откройся. Подожди, я тебя возвращаюсь, а как, почему я пропустил этот? Да, вот где-то я вернулся. А чё ж я пропустил? Опять было трудное действие. Голове. Желтый. Нет, не надо. А я, да стой. Дай, подвигаюсь хотя бы. Повезло. Я тебя услышал. Ага, набрал. Не-не-не, отдавай. Хова. Блин, если бы, наверное, вот эта электрическая штука дошла, возвращаемся в зал управления. Меня бы тряхнуло бы прилично.
Я подозреваю. Тряхнуло бы нормально. Это взрывается, да? А, да? Откуда знать? Ну, давай. Дополнительные заряды для собаки. Для мага. Получил. Ебануться. Хорошо, что я не в конце игры узнал. Работает. Пилон действует. Выйдем наружу и посмотрим. А изменения что, прям сейчас сразу станут? Там же сказали, типа, не сразу изменения. Издеваешься? Ты как по воздуху ползаешь? Так, напомни, как там работают телепорты? Ага. Выбрать телепорт на карте, перенесешься туда. Найдешь новое, откроются новые места. Ясно. Понял. Не, ну я в принципе телепорты знаю, как работают. Но спасибо. Одинокая низина. Это какое-то новое место? Сдвинула целую кучу песка. Как странно. У меня сигнал со старого аварийного маяка по ту сторону ворот. Наверное, буря блокировала сигнал. Пошли, Мак. Посмотрим, что там. Это кто? Это Лего Ниндзяго было или кто? Как эти роботы назывались? Не роботы, а вот эти существа, которые складывались в сферу. Как они назывались? Ну вот эти вот прикольные. Когда нажимаешь, они выскакивают. Похожи были на них. Мир дальнего Эдема. Пески отступили и открыли вам новые поручения. Теперь вы можете исследовать, получать, улучшать. Отлично. Отлично. Мак,
В этом секторе полно злых роботов. Прежде чем двигаться дальше, надо вернуться в вездеход. Я сделаю тебе новые части получше. Нас, смотри, танцует лунную походку на месте. Вау. Никто не мог, а он смог. Да, кстати, надо обновить Мака. Ладно, Виолет, пошли. Так, быстрое перемещение, передача запаса. Перемещение. Мне вот сюда, да? А можно? Что? 4,75. Прикольно, Ром. Так, давай тебя прокачаем, Мак. Блин, ну этот робот хороший, нравится, веселый. Так, чё есть? Много чего могу, но не на все. Характеристики, кстати, есть. Атака, броня, энергия. Да, успокойся. Тут все схемы. На башку, башка. Тут 4 уха. Вау, типа собаки. Вау. 154 красного конденсата. Да я столько ядер от него выбирал, ты чё? Откуда у меня столько всего? Ну ладно, пускай будет, ничего страшного. Так, ноги. Это на атаку и броню запрос, а это на энергию. Энергия. Здоровье давай. Будь массивным, будь танк. Танк. Так. Сработало! Here we go. Задние ноги. Это повеселее будет, да. Изношенную линзу какую-то надо найти. Офигеть. Скорость восстановления энергии смертельной атаки. Здоровье дает. Так, здесь тоже скорость, здесь разброс. Ну вот это точно надо сделать. Мне нравится. Но оно больше на собаку будет похоже, правда. Наверное, это больше притягивает. Здесь вот энергия хорошая. И это максимальное здоровье. Отлично, все прекрасно. Так, давай. Так. Отлично! Теперь, конечно же, я не могу ничего сделать. Вот так, ну, всего остального. Так. О, как. Тут уже есть какая-то башка. Головной убор. ПТС зомби. АО. 15-15-5. Офигеть. Ну ты, конечно, даёт. А зачем я сделал, если оно у меня было? Ну ладно, пускай будет. Какая машина. Я, смотри, какой разнообразный. Зеленый, белый, синий, желтый. Охренеть, вот это уродск. Но это уродск получается. Это уродск. Прекрасно.
Прям хорошо. Видно, нужно больше. С каждым уровнем оно набирает количество требуемого количества энергии. Но так-то апнулось неплохо. Особенно атака. Атака. Ну, энергия не супер, а вот атака хорошо. Больше, чем всем остальным. Оп. Ну, как я полагаю, у меня не только будет мат. Не только маг будет. Но это. Вот какой красавец. Очевидно. Теперь разберемся с сигналом. Блять. Перекачанный дистрофик получается. У него передние лапы супермассивные, а задние хлюпкие. Жесть. Перекачанный дистрофан. С зеленой башкой. Интересно. Секунду.